Лубытнанское телевидение вновь запускает рубрику «Большие перспективы малого бизнеса». Каждый четверг корреспонденты «Времени местного» будут знакомить вас с людьми, которые однажды рискнули открыть свое дело и не прогадали. Артем Дашко – один из таких. Уже 11 лет в Лубытнангах работает его мебельный салон. В 2006 году стартовый капитал начинающего предпринимателя составил всего 90 тысяч рублей. Что позволило приумножить эту сумму в сотни раз и достичь оборота в 55 миллионов в год – постаралась узнать Светлана Кейль. Артем Дашко – стратег и азартный игрок. И свое пристрастие он не скрывает. Рабочий день начинается с онлайн-игр. В виртуальном мире прокачивает фермерское хозяйство, а в реальном развивает мебельный бизнес. Год назад только вот этот склад был. Мы в феврале арендовали тот, до того, как выкупили их. Вот. А склад был во втором зале. Вот мы постепенно расстраивались. То есть туалеты сделали, водоснабжение. Тут же нет, на базу сюда ничего не привозят, только кроме электричества. То есть мы сделали туалет, септик закопали, сделали водоснабжение, комнату отдыха, кабинеты вот эти сделали. То есть, грубо говоря, та же самая ферма. Бережливость, сила воли, предприимчивость. Вот рекета, на которых уже 11 лет прочно держится бизнес Дашко. Начинал он свое дело с торговой точки площадью 16 квадратных метров на городском рынке. Тогда в закупку корпусной мебели он вложил 3 своих тренерских зарплаты – 90 тысяч рублей. Дальше – больше. Сегодня Артема Александровича можно по праву назвать успешным и конкурентоспособным предпринимателем. В 2016 году оборотные средства предприятия «Артеко» составили уже 19 миллионов рублей. Спустя год цифра возросла до 55 с чистой прибылью в 6 миллионов рублей. Законы экономики работают на него. Сила воли, потому что получается, не получается, как и в жизни. То есть где-то выиграл, где-то проиграл, потерял, и поэтому надо очень огромную силу воли иметь, чтобы подниматься и по-новому повторять, чтобы идти вверх. Бережливость – это потому что, как кот Матроскин, да, я ничего не буду выписывать, я экономить буду. Потому что для того, чтобы развить бизнес, если вы на первом этапе начали сразу покупать квартиры, машины, то толку нет. Да? То есть надо беречь, вкладывать до тех пор, чтобы беречь все время. Корову покупать, потом говрюшу еще, там еще одну корову, а потом только брать от них молоко. Да? То есть это бережливость. Это один из основных также. И предприимчивость, что если есть сила воли и бережливость, то нет предприимчивости. То есть не понимает человек законы экономики, то он никогда ничего не заработает. В бизнесе, как и в жизни, нужна мотивация. У Артема Дашко это новый автомобиль стоимостью почти в 7 миллионов рублей. Эти средства он смело может заработать за год. Только вот его принцип бережливости не позволит потратить такую сумму на средства передвижения. Все деньги, ровно как и первый заработанный миллион, он направляет на развитие мебельного салона. Он вроде миллион есть, а в реальности его нет. То есть чем больше оборот, тем больше, меньше получаешь с каждого миллиона. Больше. То есть если с первого ты можешь забрать там 50 тысяч, со второго уже 30 тысяч, с третьего миллиона 20 тысяч и так далее, и так далее. То есть их невозможно забрать. Оно вроде как есть, а его их в реальности-то нет. Но миллион я держал в руках в декабре. Ровно миллион вмещается ровно в обувную коробку 42 размера тысячными купюрами. Конечно, до списка Forbes лубытнанскому бизнесмену еще далеко, да и попасть туда он не стремится. Для своей команды, на штат его сотрудников насчитывает 15 человек, он и без этого пафоса является успешным и грамотным руководителем. А ведь Артем Александрович умеет не только прибыль считать, он и в сборке мебели помогает, в оформлении продаж, а еще дает бесценные уроки бизнес-экономики. Человек очень серьезный, относится к своему делу с фанатизмом, можно сказать так. Конечно, бы хотелось достичь таких же высот, но это как минимум. Хотелось бы, конечно, большего. Человек не должен останавливаться на каких-то определенных моментах. Должен всегда стремиться. По предварительным подсчетам, мебельный бизнес Дашко сегодня оценивается в 1 миллион долларов. Если его продать, то семье Артема Александровича была бы обеспечена беззаботная жизнь. Но такой вариант он даже не рассматривает, ведь для него бизнес – это больше, чем стабильный источник дохода. А чем я буду заниматься-то? Я с ума сойду. Это же игра. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Постоянно что-то строишь где-то.